приветствую всех, это шоу «Безумный инвестор», шоу, в котором мы покупаем активы, полагаясь на стратегию, принципы, которые были озвучены в первом видео, кто не видел, посмотрите. Итак, сегодня у нас закончился очередной торговый день. Как вы видите, это у меня график индекса S&P 500. График сегодня у нас показал рост, закрылся на отметке 2526. Что связано с значительным ростом, который сегодня показала нефть. На новостях о том, что вроде как все участники нефтяного рынка собираются договариваться, нефть у нас сегодня прыгала в моменте, по-моему, до отметки 36, я имею в виду нефть сорта Brent. Там свечка 35.99, 36 долларов стоила нефть, потом она откатилась к цене 29.70, 29.65. Все равно рынок воспринял это довольно позитивно, с чем связано восстановление индекса S&P 500. Также сегодня у нас продолжалось снижение евро к доллару. В этом движении я участвую и пока что думаю, что скорее всего оно продолжится, но с какой-то небольшой коррекцией скорее всего. Золото сегодня у нас растет на 2,76%. А что еще из интересного? Давайте посмотрим. Рубль. В принципе, пока сохраняется в своем диапазоне 77-23, такой диапазон 80-77, ходит туда-сюда. Значит, наверное, впервые за долгое время на рынках коронавирус был отодвинут с первых полос, можно сказать, на первую полосу вышла новость по поводу нефти, переговоров Трампа, Путина и принца Саудовской Аравии, но тем не менее коронавирус продолжает распространяться. Если посмотреть, в США уже 240 тысяч, сегодня была достигнута отметка 1 миллион заболевших по всему миру. Также отмечается, что в Европе наметились первые признаки спада, но пока что с уверенностью заявлять пока еще мы не можем о том, что эпидемия начинает стихать. Так что нужно быть предельно внимательными с этими всеми делами, смотреть на новости по вакцинам, по лечению, чтобы понять, что будет дальше с рынками. Сейчас предлагаю посмотреть на основные активы, которые участвуют в эксперименте. Так, как уже понятно, индекс на ETF на индекс S&P сегодня вырос на 2,13%, а золото также у нас выросло на 1,75%, и длинные облигации США выросли на 0,71%. Таким образом, сегодня у нас подросли все активы, которые участвуют в эксперименте. Соответственно, продавать мы будем сегодня индекс S&P 500 и покупать будем длинные облигации США. Давайте посмотрим портфель. Сегодня у нас снова вернулась прибыль, правда, она не достигла максимальных показателей в 900 долларов, которые были, по-моему, дня 3 назад, но все равно 826 долларов, довольно хороший результат. Ну, связано с тем, что сегодня все активы, которые у нас в портфеле, росли, я думаю, поэтому такой результат получился. Итак, предлагаю совершить сделки. Для начала мы продаем ETF на S&P 500. Так, сейчас я проверю цену закрытия. 231.01 цена закрытия. Продавать мы будем 4 бумаги. И, как всегда, не забываем поставить комиссию 1 доллар. Так, все, ETF на S&P 500 и продан. Теперь нужно купить длинные облигации США. 6 бумаг будем покупать в портфель. Так, совершаем сделку. Ticker TLT. 3, 6. Цена закрытия 168.32. Комиссия 1 доллар. Совершаем сделку. Итак, длинные облигации добавлены в портфель. Ну что ж, пока что эксперимент, я считаю, проходит довольно позитивно. Прибыль продолжает нарастать, несмотря на то, что немножко падало последние несколько дней, но сегодня довольно неплохо мы все отыграли. Поэтому завтра будем следить за тем, продолжат ли рынки свой рост или, опять же, перейдут к падению. На этом я думаю, что пора прощаться и встретимся завтра после завершения торгового дня.
самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался.